Хохолек и его переводчик. Безумное стеснение и влюбленность. Жесткий подкат и флирт с человеком противоположного пола. И пацаны, жесткий тем, у вас конкретно оружие, железобетон. Очень интересный бизнес-проект, который приведет к успеху. Извиняюсь, молодой человек, не могли бы вы подойти поближе? И чё там? Универсальная фраза. Здесь она означает: ну чё, как там у тебя на личном фронте? И чё там? Интерес с капелькой агрессии. Чё там, брат? Простой интерес с целью узнать, что творится в данной ситуации. Срыв спецоперации, облава, подстава, мин. Халась, брат. О, халась, салам алейкум. Как дела? Нормально, сам как я? Да? Пойдем похаваем, брат, я тебя угощаю. Обед, мобед, что хочешь, давай. Что, зарплату получил, что ли? Нет, брат, я же вакцину вот эту поставил от ковида. И там же при смерти дают же 500 тысяч тенге же. Не, мне предоплату здесь 50 тысяч дали, брат. Пойдем, пойдем, тормози, давай. Короче, Лаура, мы же знаешь себе цену дамы, правильно? Так, слушай план на вечер, чтобы как в тот раз не получилось. Смотри, сперва говорим, ресторан дорогущий. Потом караоке, потом кальян, и потом только поедем, и то не на квартиру. Никаких хат, понятно? Конечно, Мирабелла. Ты что, мы же не какие-то там второсортки? Мы же мирового уровня девочки. Ну, конечно, мы же в Египте были же. Конечно. Никаких хат, самое главное, хорошо? Поедем в Райксус. Это как вот та гостиница. Райксус? Yeah. Ого, Диас идет, Диас идет. Смотри, не забудь первый ресторан, караоке. Угу, последовательно. Ну что, девочки, поехали? Блин, что, все-таки хата, что ли? А что мы делаем не так, а? Еще и однушка, блин. А мыло хотя бы есть? Без меня проедем? Фу ты, ё-моё, блин. Пацаны, я же к выборам депутата готовлюсь. Завтра у меня встреча с народом. А я вот на такой машине не поеду же, чего не скажешь, народ? Надо же ближе к народу быть. Есть у тебя машина? Ну, моя праворульная есть, пойдет? Старая, да? Да. Давай мне ее. Все, на ней едь, да. Все, да, как раз. Я вот эта куртка, как пойду я? Завтра что скажешь народу? О, в Армане куртки ходят, да? Мирхан, есть старая куртка у тебя какая-нибудь? Беспонтовая дома. Нет таких курток. Вот на тебе же есть. Да, вот это, да? Чтобы дай мне, да, чтобы я ближе к народу был. Да, ты что скажешь про меня? Конечно. Фу ты, я забыл, пацаны. Трусы есть, а? Нет, трусы зачем? Я с ними завтра в баню иду еще. У меня же одни брендовые, Hugo Boss всякие. У тебя же были белые трусы, сзади у тебя обтерто в сетку еще, старые твои. Я же отдал их ему. Где они? Я в них. Поехали ко мне дома, переоденешься. Дед Мороз мне подарок подарил. Дед Мороза не существует, не ж ты имеешь? Как? Серьезно? Мама! Шучу. На, держи. Харанга грубо не перестает ходить, знаешь, сам, всякие это нам. Какая разница нам? Ты что? Какая разница? Папа! Ой, бой! Я сказал, ой, бой! Я же вас знаю, вы же ебай саке на газизе еще, ой, бой, вот это вот. Ты что, махаться будешь со мной? Да, вот так вот вы говорили еще. Щербаков вас пародировал. Я говорю, махаться будешь со мной до крови, до смерти, пока смерть не разлучит нас. Вот вообще один в один, да. Вообще супер. Ты чё? А? Ну ты там курю. Чё, ты от тебя здоровья много, а? Чё, бабушева, что ли? Чё, дракон по мне увидел? Подожди, братан. Ай, блин, подожди. Сейчас пацанам сниму, а то не поверят. Ты чё? Данка, я ещё раз хочу. Хуасын ба, Мержан? Опять, что ли? Да. Сейчас всех разбудишь ты. Пожалуйста, давай еще раз. Мержан, так много нельзя. Много, немного-то.
Мой друг врач сказал. Можно. Ну, конечно, ты же твой друг, поэтому сказал, что можно. Давай один раз и все уже, Поль, пожалуйста. Давай только тихо, чтобы дети не проснулись. Давай. Все? Довольны? А если еще раз захочу? Все, Ержан, сегодня это последнее. Таста, Анан, таста! Таке, самой... Этот, честно скажи, вот, перегарит от меня, нет? Эй, Ерс, Курманжан, ты когда зашел, сперва перегар зашел, потом ты зашел, ё-моё. Я чищу. Сиворо, хоймайсим, я хоймайсим. Таке, а? Слушай, снег почистить, три человека дай мне. Вот ты снегочист, ё-моё, так. Есиба, Вильдос, Вильжас, идите сюда. Давай, сейчас снег пойдете чистить сарайчиком, давай. Давай, 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 муж. Ой, а что это? Яке? Ты что, нет, спрячь, дурак, ё-моё. Ой, как будто они не пьют. Пойдем, закусываем. Так, у нас с Ерсеном Курманжаном срочное собрание. Так что, это, можете через задний ход потихоньку идите. Тихо, тихо. Потихоньку идите, так, следите. Да где я, блядь, заебал тут? В каких условиях вы сидели? Барак. Обама. Ну, типа. Казахская версия Гордона. Какой ваш любимый футбольный клуб? Кайрат. Нуртас? Ну, типа. Сколько вам лет? За 30. Камри? Ну, типа. В каком городе вы бы хотели жить? Астана. Нур-Султан. Ну, типа. Где любите часто отдыхать? Каспий. Голд? Ну типа. Кто вас этому научил, дед? Пу.